No way around this hell. I couldn't do it, so you might as well. Don't disregard or bear the words I've spoken. My voice is calm, but my mind is broken. Выгляжу я, конечно, шикарно и по-утреннему, но сегодня я готовлю себе более или менее полезный завтрак, потому что я набрала 7 килограмм, и пора от них избавляться. Как он будет выглядеть? Я порезала овощи, я возьму сыр, возьму также мясо. И возьму мягкого сыра, еще кину ложку. Плюс еще добавлю сухариков для того, чтобы было питательнее. Плюс еще съем, наверное, кусочек пиццы, которую мама готовила. Она не такая канцерогенная, как то, что готовят во всяких кафе и пиццериях и ресторанах. Сегодня вообще все классно, у нас будет с вами вместе завтрак, потому что это единственное время, когда можно с вами поговорить. И, наверное, это очень удобно, когда ты говоришь с кем-то за завтраком. Вообще, я люблю поболтать, когда я ем. И вот что касается завтрака, дело в том, что я начала очень сильно поправляться из-за того, что я позволяю себе есть чипсы, позволяю себе есть шоколад прям в каких-то неограниченных количествах. В общем, позволяю себе все то, что я никогда себе не позволяла. Набрала я 7 килограмм за, не знаю, за 2-3 месяца. Нет, наверное, все-таки за 5 месяцев, но сам факт, я их набрала. Сегодня у нас с вами будет такое мини-новостное утро. Первая новость, которую вы, наверное, знаете, если вообще хотя бы чуть-чуть интересуетесь, это ситуация с Великобританией и Россией. И как бы кто ни обвинял Россию в том, что у нее неправильная политика и все такое, мнений может быть много разных, и плюрализм мнений — это самое крутое, что может быть. Но, тем не менее, я не уверена, что все вот эти вот неадекватные действия, типа того, что не дают шанс на расследование, не выдают гражданку России, не пускают к ней консула, все это, мне кажется, очень сомнительно со стороны Великобритании. Более того, что касается вины России в этой всей дичи, я уверена, что это не она, по одной простой причине. Выборы. Под выборы никто не будет себе так портить репутацию, и никто не будет себя так подставлять. Поэтому даже если бы Скрипаля хотели бы убрать, либо это сделали бы в стиле 90-х, где-то в лесу закопали, и никто бы не нашел, либо это сделали бы в другое время, но никак не перед выборами и не перед чемпионатом. Поэтому все это выглядит очень глупо и по-шапитошному какому-то. Очень это странно, и меня это очень расстраивает не потому, что, там, не знаю, там отзывают дипломатов, визы могут не выдавать впоследствии. Мне вообще абсолютно все равно, кто там нам выдает визы и куда мы сможем ездить, меня это не особо волнует. Мне особо не надо никуда уезжать. И особо и не хочется. Меня больше всего волнует, что Британия была одной из стран родоначальниц дипломатии как таковой, и всегда она славилась своим, не знаю, уважением, что ли, к оппоненту. Но после того, как defense minister, как это по-русски? Политперевод, спасибо. Короче, вот после того, как британский defense minister сказал, Россия должна заткнуться, в прямой цитате, и после того, как действие Лаврова начала оценивать Тереза Мэй, вот меня просто вырубило, потому что это такое нарушение дипломатического, а, этикета, б, дипломатической, в принципе, этики в целом, еще и дипломатического протокола, который должен соблюдаться не только дипломатами, но и правителями, но и представителями разных министерств и так далее. Поэтому это меня очень расстраивает. И раз уж я заговорила о выборах, раз у нас с вами тут такой завтрак и достаточно дружественная беседа, сегодня 18-е как раз, сегодня первый раз, когда я в жизни пойду голосовать. Я много раз по этому поводу шутила, и много меня вообще смущало уже во всей, вот это вот, во всем этом агитационном процессе, который по телевизору показывают. Вот, и знаете, даже дело не в том, что я считаю, и дело не в том, за кого там я буду голосовать и как это все проводится, не будем это обсуждать. Вопрос в том, как YouTube-сообщество и Instagram-сообщество на это откликнулось.
Когда государство заказывает рекламу какой-то акции, будь то выборы, неважно, в Думу, куда-нибудь, не знаю, в местную Думу или, может быть, даже в президенты, у государства есть мотив, оно хочет повысить явку, и это логично. И я в этом не вижу ничего плохого, потому что, когда у вас есть Инстаграм, вы покупаете рекламу у другого блогера для того, чтобы повысить актив у себя. Это нормально, вообще нет вопросов в этот момент у меня к государству и к тем, кто покупал рекламу у этих блогеров. У меня есть один большой вопрос к блогерам, которые, видимо, настолько не могут мыслить, что они соглашаются на эту акцию, будучи вообще никак не связанными с политикой, с образованием, с культурой. То есть это блогеры, которые снимают какую-то лютую непонятную дичь, и уже многое время люди, которые видят их видео, задаются вопросом: «Братан, ты что делаешь?», они на это соглашаются и думают, что люди после этого будут их уважать. Мы не говорим о том, пойдут ли там они на выборы, учитывая то, что большинство из их аудитории люди младше 18 лет. Это мы опустим. Но тем не менее, насколько надо не уважать людей, которые на тебя подписаны, чтобы, будучи блогером определенной тематики, бьюти, лайфстайл или еще что-то, потому что для меня это странно, серьезно. Но вот если бы это были реально политканалы, связанные, ну, хорошо, полит это громко, потому что про политику, ну, затирать это тоже... Диванная политика — это тоже не самый лучший вариант. Если бы это были хотя бы каналы, нацеленные на образование, которые бы говорили: приходите на выборы, потому что это вот то-то, 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 или не приходите на выборы, потому что это то-то, 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 вот эта вот рекламная вставка была бы абсолютно оправдана и понятна. Но сейчас, когда я все это вижу, типа Юли Пушман, типа Дмитрия Крикуна, когда они все это выкладывают, я сразу отписываюсь. То есть мне нравились фотографии этих людей, я увидела пост, и я просто отписалась, потому что это позор, ребят. И если бы мне это посоветовал человек, шарящий в этом, а я бы при этом не хотела идти, я, может быть, задумалась. Но типа, когда мне это советует Юля Пушман, не знаю, вообще у меня никакого желания пойти проголосовать не появилось бы. Так что вот, такие дела. Сегодня я еще пойду в библиотеку, а насущным, скажем так, нужно дописать курсовую, потому что горим. Нужно вообще... Ну, проблема в том, что нет книг у меня на руках, и все эти книги только в библиотеке. Просто хочется поскорее это закончить для того, чтобы потом отдыхать и заниматься самообразованием в другой сфере, ну, точнее, в этой сфере, но немножко другим. Я бы ходила также в эту библиотеку, но просто читала по политтеории какие-нибудь книги, по эконом-теории, просто потому что мне это интересно. А вот сейчас мне приходится читать определенный отрезок. Несмотря на то, что это ООН, я уже не хочу это все читать, мне уже поднадоело. Вот, поэтому я сейчас прочитаю именно по этому всему, допишу, и буду себя чувствовать отлично. Не знаю, когда выйдет это видео, в какой очередности, но я начала писать свою аналитическую справку по ЭПИРу, это политическая история России. Я взяла тему навязывания католицизма в Беларуси, начала рассматривать это с ранних периодов до настоящего времени. Если есть те, кто смотрит меня из Беларуси, не надо думать, что я там вас как-то принижаю и говорю, что вам что-то можно навязать. Я просто рассматриваю определенный исторический процесс, и я хочу убедиться, как он проходил, проходил ли вообще, и что это такое. То есть это просто научное исследование на 10 страниц. Такие вот дела. А сейчас я доем свой салат, выпью вкуснейший сок гранатовый и пойду собираться. Сегодня я буду питаться правильно, и никакого Макдональдса, только салатики, потому что так жить невозможно.